Жилищный вопрос решаем за счет государства. Расскажем, как получить субсидию по программе «Молодая семья». Это менее 10 квадратных метров общей площади на человека. Учитывается и то, где проживает супруг. Не жалеем, но бережем сердца. По профилактике сердечно-сосудистых заболеваний рекомендации от клинских медиков. Лучше вовремя выявить какие-то проблемы, которые вы еще не ощущаете, чем потом лечить уже заболевания. Дороги, мусор, борщевик и дачная амнистия. Основные темы собрания с садоводами и огородниками. Опыт показал, особенно в крупных СНТ, расходы на бухгалтерию сократились. Спешите делать добро. Благотворительная акция стартовала в Клинском округе. Место встречи – Пятерочка на улице Попивина.